Добрый день, дорогие друзья, гости и участники кинофестиваля «Покров». Очень приятно, что члены жюри обратили на наш фильм, и он попал в конкурсную программу. С другой стороны, грустно, что мы лишились из-за коронавируса возможности живой встречи, живого общения. Но, тем не менее, компенсируем это возможностью видеообщения. Немного говоря о нашем фильме «Вознесение в поиске утраченного», отмечу, что снимала его я вместе с супругом. Вместе мы делаем фильм о русском севере, русской деревне, жителях, жизнь которых многотрудна и непроста зачастую из-за труднодоступности территории. Часто нет дорог элементарно, очень сложно добраться до этих населенных пунктов. С другой стороны, это наш северный климат, суровый, но который закаляет людей. И о таких жителях, таких людях, мне кажется, необходимо знать не только в нашей стране, но и за ее пределами. Фильм «Вознесение. Поиски утраченного» рассказывает о полуразрушенной, полувосстановленной церкви на острове Андрианов в дельте Северной Двины. То есть это островная территория, где был, есть и будет храм. В советские годы, в годы безбожия, из него сделали клуб. Ну, что-то, чего там только не было на самом деле. Там был и клуб, и овощехранилище, зернохранилище, да и много чего другого. Об этом обо всем рассказано в нашей картине. Также на острове была ионосферная станция, там были, жили ученые. И все это у нас тесно переплетается, все это взаимодействует между собой. И сами люди, сами герои нашего фильма, их судьбы тоже переплетаются. На протяжении всего фильма герои пытаются разрубить узел противоречий, который возникает, и найти утраченные смыслы. Приятного просмотра, дорогие друзья!